Ровно сутки мы уже на даче. Уже вроде как даже адаптировались. Вон девушка уже в шляпе. Марина. Марина, какая у тебя роль? Ты в шляпе? Добрый вечер. Добрый вечер. Собрали 2 ведра гороха. Да. Перечистили его и уже заморозили 2 лотка. Что ты хочешь, Артем? Я закрыла уже. Горошка. Пошли, дети. Так, вот смородина ждет нас сегодня. Мы закрываем варенье. А сейчас мы идем на прогулку через тетю Любу на мост. И наберем у нее очень вкусной воды. Дети, вам нравится тут вода? Да. Марина, оставляй панамку. Да. Девушка в красном, дай нам несчастным воды. А ты меня съел! Thank you.
Ровно двое суток мы на даче. Что там видно? Собрали крыжовника. Теперь занимаемся чем? Общипываем хвостики нашими черными ногтями. Мастер-класс. Хлоп. Хлоп. Мама, не звука. Звук. Маричка. Дети, вам нравится на даче? Да. Стакан воды, килограмм сахара, килограмм крыжовника. А я хочу подъехать. Как смородину. Кстати, смородина у нас уже закрыта. Бабушка, я хочу подъехать. Получилось 10 литров. Да, бабушка, десяточка. Ням-ням. Нет, сейчас пойдем гулять. Рубиновое варенье. Пойдем. Я за мной гулялась. Ты что сегодня не глотаешь? А я во сне с собой бегаю. Я туда головой, своим личиком чистым, а ты ногами. Я? Нет. Артём. Смотри. Смотри, сколько я набрал. Ох. Да. Какой ты молодец. Это мы с Аней. С Аней? Угу. Ну, куда же его высыпать? Чтобы ведь просто с тобой и поле без трактора? Да. Зачем? Интересно. Мне интересно. Да? Что... Нет, нет и нет. Ровно третьи сутки на даче. А что сутки третьи? Хиба третьи? Третьи сутки. Третьи. А мне кажется, уже тыжды. Мама, смотри, какие у меня ноги. Что происходит? Боже, хоть бы хватило на вас воды в душе. Посмотри, так, мне тут не пылить. У Тёмы и Марин такие грязные. У Тёмы вообще все ноги, бабушка, вся одежда. Что там у нас? Сколько у нас получилось крыжовника? Варенье. Варенье у нас получилось 6 литров крыжовника. Так, 6 литров. То есть 12 пол-литровых баночек. А плюс еще сегодня же был этот... Смородину я не посчитала, но тоже много. Литров 10 смородины черной. Литров 10 смородины. Да, может больше так. Даже чуть-чуть. Нарвали. Сейчас ведро красной смородины. Это с двух кустов. Лена. Умничка, хорошо работаешь. Перечистим и закроем
не закроем, а сделаем вино. Если бы вы его пробовали. Какое оно вкусное. А сегодня еще у нас было событие. Какое? Мы что, спасали? Гуся. Ой, гуся. Гуся. Он запутался в кушарях. Сетки в дедовой. Да. Самопальной. Вон он, смотри. Где? Вон там. Давай быстрее, чтобы он там не... То индюк может. Нет, это гусь. Чтоб он там не сдох. Да вот тоже. На этой сетке повесился индюк в прошлом году. Ой, блин, там он уже, наверное, дуба дал. Он середине. Бабушка, где доска? Бедненький гусь, его так жалко. Да он уже не шевелится. Как же ему выбраться, если не... Лена, ты его, если что, в руки бери. Так, а где еще один индюк? Индюк. А, есть, нету. Индюк. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Только индюк умеет. Ну, гусь. Только гусь умеет, он плавать умеет. Он перебрался, наверное, туда и запутался. Лена, там надо, если ты сетку разрежешь, ее как-то связать. Страшно мне тут. Опирался. Спасение я гуся. Лена, он легкий? Подожди, мама, я еще его не взяла. Я завязываю все. А как ты его держишь? Ногой. Спасательница наша. Еще самый гад большой. Что ж ты, несчастный? Ножницы бросай. Нормальный. А тяжелый, дай потрогать. Ага. Давай. Она нормально вроде. Сейчас он от шока отойдет. Ой. Да куда ж ты, дурачок? Загони его к стаду. Где стадо? Какая погуляет, воды попьет. Смотри, лапка, крылышко ранено, да? Отойдет. Что он там делает? Эй, парень. Ты как? А он уже там давно сидит? Нет. Он при мне там запутался. Ну, надеюсь, отойдет, водичку попьет сейчас. В этом году запутался гусь, поломал себе крыло, но обещал жить. Да. Ну, попищит недельку, заживет крыло. Надеюсь. И будет. А то, если не заживет, будет гадким утенком, гусем. И мы будем рассказывать эту сказку. Артем, что ты делаешь? У Тёма все грязно. Артем, там индюки какают. Тёма грязнуля. А ты на себя посмотри. Да не грязнуля. Вот вино с песком. Яичница он на щеке. А Марина, ты что, пальцы в рот брала? Сегодня у нас сегодня еще одно событие. Выпал. Первый снег. Зуб. Второй. Второй зуб. Ага. И сегодня к Ане прилетит... Фея зубная! Ну, если, конечно, ей понравится зуб. Да, я его хорошенько... А Тёма у нас тут грязнуля, мой брат? Не то слово. Артём, я просила не пылить, будет вино с песком. А-а-а. Сразу какую? С закуской. В общем... До связи завтра.
Так, четвертый день на даче, последний в сегодняшнем дачном цикле. Ждем наших мальчиков, дедушку Толю и Никиту, и готовим вот эту вкусняшку. Так что у нас тут есть мяско индюшки, лучок жарится, дальше морковка, кабачок, горошек и картошечка молодая. Ох, и это будет просто обалдеть.